пропускать первую встречу. По системе проведения первая встреча играется из трех партий, затем играется все из пяти, но если вы проиграли одну игру, все встречи играются из трех партий, кроме встречи на третье место. Лайт-дивизион, соответственно, сетка на 64 с пропусками. Получается, играете все встречи из трех партий. После, соответственно, двух игр у вас будет олимпийская система минус 2 с розыгрышем первого и четвертого места. Первые два круга у вас олимпийская система минус 1 с выбыванием после поражения. Если будут какие-то вопросы, подходите к студенческому столу, чтобы узнавать, будете ли вы продолжать дальше играть, либо нет. Также у нас через час мы начнем наш развлекательный турнир по мини-пинг-понгу. И вот что мы будем. Два стола у нас, соответственно, будет. Также мы скажем, кто еще хочет сегодня зарегистрироваться в турнире, могут подойти и записаться. Сетки мы составили. По нумерации столов все понятно. Везде есть обозначение, кроме пятого стола. Значит, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше 7, 8, 9, 10, 11. Нумерация всегда идет от окна. Ну, в принципе, думаю, все на этом. Можем начинать. Да, ребят, из лайт-лиги, кто проиграет первые две встречи, сразу выйдете, грубо говоря, к олимпийской системе минус один. Вы также можете остаться и подождать девочек с Red Bull, какие у нас тоже сегодня будут. И все смогут получить Red Bull. Ну и также посмотреть за высшим дивизионом, если кому интересно.